В Одесской области сложилась крайне сложная ситуация с пожарами и гибелью детей. Только за неполные три месяца 2012 года из-за халатности родителей без шансов на спасение погибли 11 малышей. Предотвращение гибели детей на пожарах было первым вопросом, рассматриваемым на коллегии Измаильской райгосадминистрации, состоявшейся 29 марта, с участием начальника Измаильского управления МЧС Михаила Булгару и заместителя начальника инспекции государственной техногенной безопасности, подполковника службы гражданской защиты Руслана Великого. Обсуждение этой проблемы продолжилось в конференц-зале ИГГУ, где Руслан Николаевич обратился к представителям средств массовой информации, сотрудникам милиции, работникам социальных служб с просьбой оказать помощь в просвещении населения о причинах пожара и средствах защиты. Подполковник Руслан Великий отметил, что пожары случаются чаще всего в неблагополучных семьях, но нынешние ситуации с гибелью детей произошли в обычных, хороших украинских семьях, и это очень настораживает, потому что сотрудники МЧС постоянно проводят профилактическую работу в основном семьях, которые состоят на учете в милиции и социальных службах. Сейчас начальник главного управления МЧС Украины в Одесской области Руслан Баделан и начальник инспекции техногенной безопасности полковник Феликс Юдицкий выступают с обращениями гражданам по телевидению, разработаны билборды, бегущие строки, большая работа ведется со школьниками в течение всего года. Но этого недостаточно, поэтому все службы еще раз обращаются к родителям. Не оставляйте детей без присмотра. Воспитывайте у них навыки культуры безопасного поведения. Демонстрируйте на собственном примере осторожность в обращении с огнем, газом, на воде. Помните, что жизнь ваших детей в первую очередь зависит от вас самих. Алина Хаджиогла, Игорь Артюшкин, веб-студия «Курьер».